puerta y le digo al cover, saca las llaves, prende la impala, que bazooka flow, tú listo compadre, sí, póngale. Y entonces que yo volteo y digo, ¿qué? Que sin camino solo, con vestimenta de cholo, esta vez acompañado de coro. Mi lenguaje se cotiza por los que colaboro, haciendo rap de raíz, el latino interpretado por un buen MC. Con piel morena y mi señora me acompañan donde sea, estamos tan pesados que tumbamos a quien sea. Porque así soy yo, un guerrero, que por el rap latino se quita el sombrero. Un saludo al primero, dejarlo en su nube, eso es lo que quiero. Pero ¿cuál es el problema? Que mi cultura ahorita es la crema, de costa a costa, con el águila y serpiente. Que si cruzo la frontera es porque Chile está la mera fiera. MC Cover, diles game cover. ¿De dónde soy? ¿De dónde vengo? Esta es mi muestra, espero respuesta. Porque yo soy y doy razón, que soy latino de corazón. Vamos caminos en busca del rap latino, porque no puedo estar desde mi historia. Es parte de mi historia, son dos caminos de La Baja y Santiago, en busca de la gloria, en busca de la gloria. Vision National, mix pota National, no, no top metal, не знаю, кто не Vision, она же не моя. И тут тратить 2-3 минуты. Ну, самое главное, если правильно, заполнено и прочитать внимательно, чтобы прошли регистратор. Получается, после регистрации достаточно этот документ распечатать, иметь все с собой. Ну, в плане испанского я, конечно, никогда не мог похвастаться своими знаниями, ну, исключая разве только ругательство, потому что ругательство разных стран мира я просто коллекционирую. В Мексике у нас доминирует испанский, но он, естественно, за время пребывания на континенте несколько модернизировался. И, как пишут многие, что он с испанским уже имеет мало общего, на самом деле не суть важно. Что могу по поводу языка и общения подсказать? Конечно, английский очень много где понимают. Местами даже понимают русский. И это радует. Но есть места, где вы приезжаете, и вам, не понимаю, даже английский, тем более русский, не понимают. Ну, а можешь понять по моим ощущениям, приблизительно где-то 10-20% из тех, которые можно найти, места, которые можно поговорить на английском языке, спросить где, как, что. Потому что вы можете прийти в такой магазин и хотите что-то спросить, они ничего вам не могут сказать. Hola! Como sos te buen día? Good morning, sir. The 75 pesos of parking. Yeah, yeah. The ticket. Muchas gracias. Un momentito. You look at 25? 25, I try to find it. I have 20 and... 25. 5. Oh, yeah. Yeah, you change 150. Muchas gracias. Поэтому несколько слов полезно знать. На мой взгляд, ну, hola, привет. Вам пригодится, вам будут все улыбаться. Адиос. До свидания. Обязательно выучите, как туалет, это лавабос или банос. И, ну, где это донде? Донде, где? Комбинируете слова донде, лавабос, донде, банос. Можно существенно облегчить себе жизнь. Также, если вы кушаете какую-то сложную пищу, либо у вас есть какое-то четко определенное любимое блюдо, также полезно выучить его название на испанском. Потому что если вам приносят меню, а там нету сурдоперевода на английском или хотя бы картинок, то очень полезно знать, как выглядит название вашего блюда на испанском языке. Можете его назвать, вам его принесут. Собственно, больше ничего знать не надо, скорее всего. Единственное, вас могут иногда спрашивать «Cómo está?», «Как дела?». Можете отвечать «Está bien?». И этих выражений вам для начала хватит, потому что более сложные вещи все равно сложно комбинировать. Но вот хотя бы это нужно знать.
Если у вас есть возможность подучить еще испанский, то хотя бы там пару уроков возьмите. Это действительно будет большая помощь вам. Вы, по крайней мере, не будете ощущать себя без рук, без языка, без средств общения. Еще существует язык жестов. Его никто не отменял. Ну и, в общем-то, когда вы находитесь в такой ситуации, что вам в любом случае нужно в магазине что-то купить, вот, то вы изучите какие-то варианты. Я, например, совершенно забыл, как по-английски будет зажигалка, как она будет по-испански, я не знал вообще никогда, поэтому, когда у меня закончился в зажигалке газ, я ее просто показал продавцу, как в том анекдоте про мужа англичанина. Можете воспользоваться какими-то средствами интерактивными, скачать себе переводчики. Они действительно помогают, но в части отдельных слов. Если что-то более сложное строить, нужно включать голову. Важный момент – это карта и навигатель. Желательно взять с собой любой ваш телефон, это может быть планшет. Заранее скачать карту, у которой можно просматривать без интернета. Это для начала, потому что если воспользоваться мобильным роуминг, интернет это очень дорогой, там даже стоит по 3000 рублей в сутки. Это скорость маленькая, поэтому нежелательно пользоваться. Связь действительно очень дорогая. Если вы будете использовать ваши родные симки из России с включенным роумингом, то все равно вылетите в трубу, потому что звонить очень дорого. А я когда поехал с одним из не называемых российских операторов мобильной связи. Вот порядка 1000 рублей у меня улетело прямо вот в лед, при том, что я почти не разговаривал с Россией и немножко поболтал с Мексикой. Некоторые операторы мобильной связи предоставляют услуги по льготному роумингу, но на самом деле все равно получается гораздо дешевле использовать местных операторов. Первое, чем надо озаботиться, помимо того, как вы приехали и разместились, обязательно найдите себе симку, если вас интересует интернет с интернетом, если вас интересуют там внутренние какие-то звонки, то можно и без интернета взять. Но по поводу связи, мы общались там между собой, используя симки местные, плюс у нас были сип-телефоны, некоторые наши операторы, название которых можно вставить внизу за отдельную плату. Некоторые наши операторы сотовой связи сдают, да, как и название авиакомпании, можно. Как название сервиса, где мы покупали билеты. Сервис, где мы покупали билеты. Сервис, где мы брали в аренду машину, жилье. За отдельную плату могут быть вставлены бегущей строкой. Ну, в общем-то, как я уже сказал, сотовые операторы сдают каналы по СИПу, поэтому берете местную симку и, найдя более-менее адекватную точку по приему, можно общаться с местными по СИПу достаточно дешево. Еще как вариант Skype. Skype не обязательно с мобильного телефона, много где есть Wi-Fi. В принципе, поэтому со связью проблем нет. Во сколько у меня обошлась симка? Приблизительно рубля 1500 рублей. Это хватает на 2 недели. Но понятно, что не так много, но все равно это дешевле, чем воспользоваться роумингом. Но там дается 2-3 гигабайта. 1500 рублей, все удовольствие. Мы так ее и не израсходовали, у нас интернет остался. Мы даже потом из Внуково сидели по той симке в интернете. Когда я купил сим-карту, можно найти так называемый телеком оператор. Там какой-то фирменный павильон. Досмотр в аэропорту Канкуна. Достаточно забавная процедура. Подходите, собственно, к офицеру, который стоит на пункте досмотра. Он задает вам вопрос. Сеньор, вы везете алкоголь, сигареты, наркотики? Поскольку у меня с собой был алкоголь, вот, который мы взяли с Меркушкиным в Duty Free, и у меня с собой были про запас сигарет, я честно признался, говорю, алкоголь есть из Duty Free. Он говорит, окей. Вот. Есть, говорю, сигарет. А около там,
9 пачек. Она говорит: сэр, вы, говорит, уверены? Я говорю: да, я уверен. Она говорит: прекрасно, добро пожаловать в Мексику. Так, а перед этим у нас потом сразу отошли, потом первые 2-3 дня шел тоже. Да, в дождь страну пока нас не было. Оставьте. У мексиканских колдунов существует некий ритуал по вызову дождя. Вот, когда они читают свои молитвы к неким мексиканским богам, вот, то в процессе для призыва дождя они еще втыкают в землю мачете. А в этом году, когда мы приехали в Мексику, собственно, местные жители постоянно шутили на тему, что в этот раз шаманы перестарались и слишком много мачете навтыкали в землю. Потому что дождь лил как из ведра, просто как из ведра, и лил на протяжении 3 дней. Вот, собственно, Мексика, она представлялась какой-то такой жаркой, сухой. Но в результате, в общем-то, это был полный разрыв шаблона. Вот, мы увидели Мексику совершенно другой. Это, кстати, было очень приятно. Вот такие грозовые облака, вот, штормящее море. Вот, было очень красиво. И по погоде было крайне комфортно. Было, в общем-то, ну, днем, наверное, не выше 26 поднималась температура. Вот, это уже когда теплеть стало. А так, в принципе, мы ходили в рубашках, в толстовках, вот, обязательно в капюшонах, потому что дождь там поливал очень хорошо. Вот, и первые 3 дня прыгали через лужи. Ну, собственно, по поводу дорог замечательно было сказано в фильме «Назад в будущее». Там, куда мы едем, нет дорог. В целом, если не нарушать правила, то даже если нарушать правила, все очень мягко, красиво и неплохо. На самом деле у них дороги достаточно хорошие. Это то, что касается дорог соединяющего города. Если вы сворачиваете направо или налево, вы резко перемещаетесь куда-то под Псков или в сам Псков, может быть Рязань, может быть Пенза, ну явно не Москва. Дороги там раздолбанные, и естественно по ним все ездят так же, как у нас, объезжая ямы с выездом на встречку. Что еще радовало, у них очень много лежачих полицейских, но лежащие полицейские представляют из себя набор расположенных в шахматном порядке маленьких лежачих полицейских. В простонародье мы их назвали черепашками. Они по размеру где-то вот такие, высотой где-то вот такие. И в шахматном порядке в 2 линии они лежат на дороге. Черепашки. Черепашки. Что самое интересное, они лежат на тех дорогах, на которых есть ямы. У нас были идеи, что они, наверное, обозначают ямы порой. В общем, порой их месторасположение не совсем понятно. Но они есть везде. Имейте в виду, пробивают они машину очень хорошо. То есть, в отличие от наших, днищем вы за них не черканете, но удар будет очень неприятный. То есть, шинам будет больно, поверьте мне. Лежат они даже на автомагистралях, есть специальные знаки, показывающие что-то типа нашей искусственной неровности, но там 3 черепашки. У нас если 2 таких бугорка, то у них 3, иногда даже 4. Внимательно за этим следите, потому что первые разы мы натыкались очень сильно, было неприятно, ну, можно налететь на деньги или просто пробить шину. Часто часть из этих черепашек уползает с чьей-то помощью из этого стройного шахматного ряда, и почему-то они уползают как раз в тех местах, где проходят колея от 2 автомобильных шин. Поэтому при соответствующей сноровке можно пролетать через эти колонны черепашек, не избавляя скорости, что под конец превратилось в такую достаточно интересную игру. На дорогах стоят знаки ограничения скорости,
представьте, автомагистраль, две полосы в одну сторону, две полосы в другую, посередине разделительная, стоит знак 40. Мексиканцы очень похожи на русских, потому что 40 первый раз ехали только мы, остальные ехали где-то 110. Если стоит знак 100, то все вокруг едут 140. На нашем основном маршруте был один пост ГАИ местного, расположение которого мы очень быстро запомнили, и потом вообще не парились, ездили так, как нам было нужно. Насчет проверки прав, нас остановили всего один раз, и то спросили, есть ли у вас права, мы сказали, есть, нам сказали, езжайте. Меня один раз на посту полиции остановили, не знаю, с какой целью, мы через этот пост ездили каждый день, остановили нас только один раз. И остановился я прям в полосе, две полосы, соответственно, за мной начинает толпиться народ. И полицейский у меня спрашивает, мол, есть документы? Я говорю, есть. Он говорит, а откуда вы? Я говорю, из России. Он говорит, понятно. Он задумался, понял, что русские это не американцы. Наверное, понял, что денег у нас нет, потому что мы выглядели как-то, наверное, странно. Я начинаю тянуться назад за документами в сумку. Он смотрит на меня, смотрит за тот хвост автомобиля, который уже за мной выстроился, и говорит, ладно, ну вас нафиг, приезжайте, здесь все, ничего не нужно. Он сказал, adios, amigos, me pasarán, mi nombre es Juan, и еще много непонятных для нас слов. Говорить смело, что вы русские, потому что белых они принимают за американцев, и русские им по факту нафиг не нужны. Ну, мы уехали, он за нами не погнался, поэтому мы решили, что мы все сделали правильно. Они очень любят американцев, потому что у американцев штрафы высокие, и снять с американцев там, $100-200 это вообще не проблема. В самой Америке штрафы начинаются от $500 обычно за какие-то серьезные правонарушения. Насчет международных прав, я думаю, сгоняться не стоит. Я их предъявлял при взятии в аренду автомобиля, но я думаю, прокатили бы и наши, потому что все оставшиеся коллеги брали автомобиль по нашим правам, и никаких проблем не было. Но если вы не хотите рисковать, лучше международные права взять и обращаться именно с ними. Еще имейте в виду, что у нас сейчас права изменились, сейчас выдают какие-то непонятные пластиковые карточки. На старых таких желтеньких правах, пластиковых, есть надпись на французском языке, что это водительское удостоверение. Вот с такими правами точно мы, ребята, брали машину, все прокатывало. Вот насчет новых не знаю, потому что на новых есть только фото, надписи дублируются на английском языке, фамилия, имя, отчество. А указания, что это права, нету. И вот с этими правами могут возникнуть проблемы. Поэтому посмотрите, какие у вас права. Если там есть надпись на французском языке, что это действительно водительское удостоверение, то, в принципе, с ними можно прорваться. Сейчас мы поедем по трассе. Автобана. Автоматически банят? Да. Там, если блок себя ведешь, вот нас же джипом забанило после того, как мы не из той полосы решили повернуть. Вот. Здесь образовался небольшой затор. Мы не можем выехать из отбойника в связи с тем, что очень большой такой трафик, быстрый. Вот, а памятуя... О, да, все, выехали. Спорт режим, Жека. Нет, просто маршрутизатор перезагрузили, поэтому пакет без затыков пошли. Узковат, конечно, у них тут, но шире, чем в Европе. Направил всем на мягко говоря. Но если видят копов, то стараются не нарушать. Скажу вам честно, никогда не поворачивайте в Мексике с крайнего правого ряда налево. Особенно, когда сзади есть быстро движущийся джип с молодым идиотом за рулем. Это сэкономит вам много времени, нервов и денег. Поверьте моему опыту.
Мы ехали чисто по показаниям навигатора. Было очень темно. Указатели, конечно, было видно, но они были все-таки, как сказать, в Мексике, так же, как и, допустим, в том же самом Таиланде, дорожные знаки и указатели, они сильно отличаются от наших, вот, и из-за этого приходится больше внимания им уделять. То есть наши воспринимаются спокойно, а эти как-то в нове, и поэтому надо больше внимания, больше времени тратить на то, чтобы разглядеть, что на нем написано. Кроме того, 13-часовой перелет нам взад въехал огромный джип, громкий скрип тормозов, вот, и мы ощутили, точнее даже не столько мы ощутили, а ощутила машина, и Саша Меркушкин, который сидел слева, ощутили прикосновение здорового, такого крепкого джипа Чероки. И пришлось решать эту ситуацию. Нужно было куда-то отъехать, поэтому Женя вдавил в педаль в пол и достаточно быстро съехал с автомагистрали на, так скажем, на побочную проезжую часть. Мне это очень напомнило то, как мы в свое время на угнанной машине скрывались с места ДТП. Мы же это вырежем потом, да? Единственный, кто разговаривал по-английски, это был водитель этого джипа, который нам, собственно, взад и въехал. Все двое приехавших на место полицейских по-английски не понимали вообще ни одного слова. Только третий, подоспевший, что-то там по-английски умел разговаривать. Нас признали виновными в ДТП, и началась стандартная, знакомая нам российская процедура. Местные гаишники, как ни странно, не стесняются брать штрафы на месте и в долларах, при этом упоминая про то, что у них нету бумаги для рапорта. Человек, милиционер, нам рассказал, что протоколов у него с собой нет, что, в принципе, штраф мы можем заплатить либо ему, либо проехать вместе с ним в участок. Без подробных объяснений, где он находится и как потом из него выбираться самостоятельно. А на вопрос, привезет ли нас он обратно из участка, он ответил, что, конечно же, нет, потому что как бы он не такси. Сказав, можете заплатить штраф прямо здесь, банкомат вон там. Выставил нам счет в долларах и фактически сделал предложение, от которого было невозможно отказаться. К русским очень лояльно относятся в Мексике местная полиция. Видимо, потому что они не знают, что с ними делать. То есть, такой незнакомый для них вид жизни. Они очень долго рылись в наших международных правах и не знали, где там номер. Поэтому лучше, наверное, договориться на месте. При этом можете попробовать подмигнуть ему, скинуть цену. Может быть, и получится. Короче, вчерашнее приключение стоило нам $830. Вот. Если кто-то кого? Хочет поучаствовать в расходах, я категорически приветствую. Вот. Но в связи с этим прошу всех вовремя отдавать мне долги. А 800 это страховка не выплатит? Это за это не страховка, это там сколько? 5%, что ли? За эти 5% есть 800? Ну это что-то какая-то вообще жесть. Там, я не знаю, сколько это. 800 баксов? Там франшиза, понимаешь? Там. Ну и да, они же америкосы. Первый день, когда мы поехали в Плайо дель Кармен, я чуть не обпался. Я ехал за рулем великолепного Volkswagen Jetta. И на одном из поворотов, посмотрев направо, я увидел трех здоровых мексиканцев в бронежилетах с М16 наперевес, злобно смотрящих на меня. Я подумал, что на этом наше великолепное путешествие закончится, но оказалось, что это были копы. По тому, как себя ведут полицейские, как они оснащены, складывается ощущение, что в Мексике идет война. Потому что патрули ездят на огромных машинах, в кузове по 3-4 мексиканца в бронежилетах, кто с УЗИ, кто с М16 наперевес, и руки у них почему-то всегда на курках. По улицам ездят Dodge Ram, пикапы, за рулем сидит непробиваемый мексиканец, в кузове стоят три еще более непробиваемых мексиканца, два из которых с М16, а третий с огромным пулеметом, который стоит на стане. То есть в обычной ситуации, мы знаем, там по нашим российским реалиям, можно понять, что просто так никто такими патрулями орудовать не будет. Такие конструкции патрулируют город регулярно. Они ездят чаще, чем бобики с ментами в парке ЦППУ в Рязани 7 мая. Это
Но потом, когда начинаешь думать, что на самом деле эти люди охраняют тебя, становится как-то более-менее спокойно. Естественно, на дорогах между каждым населенным пунктом стоит блокпост. Ну, не такой, как у нас там с бетонными блоками, но то же самое. Огромный автомобиль и мексиканские полицейские, не стесняясь держать свои пальцы на спусковых крючках автоматического оружия. Я думаю, это вызвано и оправдано, если учесть, что через Мексику идет наркотрафик в Америку из Колумбии и прилежащих стран, то можно понять, что обстановка в стране достаточно напряженная. Ну ничего, тихо, спокойно, сразу видишь, о тебе заботишься. Идешь так по улице, глядишь, инкассатор СМ-16, и это дядя инкассатор СМ-16, лучше прям сразу понимаешь, что тебя, если что, защитят. Лучше, конечно, улицу перейти и не смотреть кос в сторону инкассатора. Поразили инкассаторы, которые то ли заправляли, то ли очищали банкомат. Помимо вот этой вот бригады мужчин-фаляксов на броневике таком, вышли два представителя банка, у одного из которых был дробовик, а сзади его прикрывал товарищ, Кольт такой револьвер был шикарный, который был чуть ли не больше, чем этот дробовик. И вот эта картинка смотрелась просто здорово. Человек с дробовиком наперевес, за ним человек со стволом и еще по бокам СМ-16. Два крепких амбалов. Вот если Женя чуть не обосрался, когда он увидел полицейских, то я чуть не обосрался, когда увидел инкассаторов. Мы куда-то очень сильно торопились, и поэтому, собственно, я шел впереди, на мне был, скажем так, американский военный пояс, подсумок такой, на мне был натовский рюкзак, на мне была клетчатая кепка, то есть выглядел я такой гринго-захватчик. Вот. И я летел впереди всех, потому что так достаточно быстро хожу, и чуть было не налетел, собственно, на этих инкассаторов. Я начал резко-резко оттормаживаться просто по тротуарной плитке. Вот. К счастью, я успел это сделать, потому что иначе вот, моим коллегам, возможно, пришлось бы увидеть, какого цвета у меня кишки и, в общем-то, насколько они длинные. То есть вот так у них собирают банкоматы. Естественно, все мы знаем, что у нас банкоматы собирают менее вооруженные персонажи, поэтому можно понять, что, скорее всего, инкассаторы у них пользуются популярностью среди определенных слоев населения, и поэтому они стараются. Хорошо, что не в масках, как у нас некоторые спецподразделения, но тоже слегка дает о себе знать. Такой остается легкий осадок, понимая, что не все так хорошо в стране, как может казаться для приезжего. Ну а вон чувак торгует пахлавой, это старая майянская традиция продавать пахлаву на автостраде. Где он ей торгует, я его что-то не вижу. Вот слева. А, все, идет. Идет пахлава. Это Родриго. Кокаин, похоже. Вообще, кстати, да, очень похож на кокаин. Слушай, это, возможно, сотрудник картеля. Еще одна старая майянская традиция. Продавать на трассе кокаин. Кокаин вместо пахлавы. Благодарю за внимание. Еще увидимся. Только из лодки вылезли, а там мимо крокодил проплыл. На гольф-поле есть водоемы, в этих водоемах водятся крокодилы. Сразу вспомнилось то кино про хоккеиста-гольфиста, где у него был наставник без руки, и по истории этого кино он закинул однажды мячик в пасть крокодилу, сунул руку достать мячик, и крокодил ему руку, собственно, оттяпал. И, как показала практика, это все не вымыслы, и крокодилы действительно на гольф-поле водятся, ползают и не скрываются совершенно. Опоссумы, там опоссумов, короче, это пиздец какой-то, мы не знали, куда от них деваться. Берегитесь опоссумов, если поедете в Мексику, они воруют вообще все и вся, это бич Мексики, опоссумы. Воруют все, что плохо лежит, там стаями нападают, что-то отжимают. Рикардо рассказывал очень много историй, там, как... То, что недалеко от этого пляжа, там вот по улочке, по которой мы ходили, там 2 километра к этому пляжу, там мы ездили, а если туда ходить пешочком, там справа-слева мангровые заросли. И вот рассказал то, что там, ну, далеко от этих, от этого пляжа, входа в пляж, там такого питончика поймал, ну, такой маленький питончик с него ростом.